Исследование Лагны, значение Лагны. Лагна определяет все в жизни человека, потому что Лагна – это точка отсчета в жизни человека. Это начало всего. Точно так же, как, скажем, если мы находимся в пустыне, где нет никаких ориентиров, мы знаем свои координаты, мы можем определить, куда нам двигаться или куда не двигаться. Где наши цели, как далеко мы от цели. Лагна – это то же самое, поэтому каждый человек обязан знать свою лагну. Нужно не знать свою фамилию, имя – это не имеет значения. Они могут меняться. А вот лагна – это то, что имеет перманентное значение и определяет очень многое в жизни человека. Во-первых, где он находится, что ему надлежит делать, чего делать ему не нужно. У нас такой будет цикл занятий сборный, потому что здесь разные уровни. И начинающие, и люди, которые занимаются 13 лет, джентишем. Это потому что тема эта совершенно отдельная и одинаково полезная для всех, потому что о ней мы никогда раньше не говорили. Это такой очень неожиданный, своеобразный взгляд на Джанма Кала Граха, или гороскоп человека, или Джанма Чакра. Потому что уже принадлежность ваша к той или иной лагне определяет, кто вы, что вы, зачем вы, определяет дхарму человека. Дхарма – это то, что ему надлежит делать, и в то же время, что ему не нужно делать в жизни. Глобально, мы говорим о глобальных вещах. Понятно, что там будут миллиарды нюансов. Расположение грах в каждом гороскопе, в каждом джанма-чакра будет свое расположение. Оно будет носить какие-то субъективные изменения, индивидуальные особенности. Но глобальные направления, они остаются неизменными для всех без исключения. И определяются изначально принадлежностью у вас к той или иной лагне. Это как координаты. Так, знаете свои координаты, где вы находитесь? Хорошо. Не знаете, вы заблудились в жизни. Кем бы вы ни были? Синей пядью во лбу? Или не очень? Но если вы не знаете, где вы находитесь в этой жизни, если вы не знаете своего позиционирования в этой жизни, очень трудно двигаться дальше, просто невозможно.